Тем временем на сайте СБУ появилась инициатива главы ведомства Василия Грицака о необходимости ввести уголовную ответственность за ведение гибридной войны. Он заявил, цитирую, «Ответом на эту пропаганду должен стать бойкот всем представителям пятой колонны Российской Федерации в информационном пространстве Украины». Конец цитаты. Хотелось бы надеяться, что эта инициатива будет направлена на борьбу с реальной угрозой российской пропагандой и не станет бичем против СМИ, которые осмелятся критиковать действия власти.